настолько счастлива, что это состоялось именно сегодня, в Международный день музыки, и в мой день рождения. Видимо, все-таки небо отрежиссировало по-своему. Нам погода не дала это сделать 27 числа. Но я считаю, что сегодня великий день, день музыки. А музыка – это гармония, которая звучит в каждом из нас. И сегодня вполне уместное мероприятие. Я очень благодарна всем сочинцам и всем руководителям Сочинского филармонического объединения за добрую память о моем отце, о Дмитрии Митрофановиче Панченко, который был одним из первых людей, которые инициировали установление органа в городе Сочи вместе с Алисой Федоровной Дебольской, чье имя носит наш органный зал. Мы начали сегодня вспоминать Панченко, и я бы очень хотел, чтобы сегодня мы вспомнили замечательную песню, но я ее знаю в исполнении Иосифа Кобзона, «Память, память». Память, память, за собою позови в те далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновенье эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. Для меня сегодняшний день действительно все сошлось. И день музыки, и завершение фестиваля органной музыки, и роль Панченко в том, что в Сочи есть орган, и в том, что в Сочи есть зал органной камерной музыки. Все это очень символично. И вот как говорят о том, что любовь – это не слова, а поступки, я полагаю, что и память важна, и память постоянно артикулировать с точки зрения, чтобы эти слова звучали, создавать для этого поводы, создавать под это какие-то символические решения и акции. Вот и сегодня. Сегодня мы вспоминаем Дмитрия Панченко, посадив вот эту елочку. Елочка для меня, я чем горжусь, елочка для меня родная, потому что она провела в моем доме 3 с лишним года. Когда-то ее купил для своего сына на новогодний праздник. Потом кто-то из гостей сказал, что это неправильно, ей надо обязательно посадить в землю. Как раз это произошло в те дни, когда мы вспоминали Панченко. Живи, наша елочка, как и живи память о замечательном добром человеке, крепком профессионале, для меня лично человеке, примере, да, человек вот такого негромкого стиля жизни, во всяком случае, в той части, которой я его знал. Да? Мне было очень приятно, лестно, дорого, что Панченко принял меня. Поэтому я ему, конечно, очень благодарен за тот теплый прием. И буду уже только за это его всегда помнить. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. 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 Память.